Чем и как сегодня живет брестская структура физкультурно-спортивного общества «Динамо», гостям юбилейного торжества рассказала экспозиция, организованная в фойе общественно-культурного центра. За почти век своего существования структура прошла большой путь, объединив десятки тысяч людей под сине-белыми знаменами. «Динамо» для многих стало не просто принадлежностью к организации, а образом жизни. Преемственность поколений, конечно, есть. И «Динамо», я считаю, что это то общество, которое призвано, ну, я считаю, быть всегда. На сегодня оно крепкое общество, достаточно сильное общество, и я считаю, приносит очень большую пользу нашему государству и нам с вами. Слова благодарности и дипломы в знак признания заслуг и достижений от областного и городского руководства были адресованы тем, кто ежедневным трудом вносит вклад в яркую историю динамовских побед. Руководители спортивных школ и тренеры, спортсмены, которые сегодня защищают честь Беларуси на мировых аренах. Когда я только пришла в спорт, мы как-то не выбирали организацию, вот куда мы попадали. Но на самом деле, правда, очень рада, что оказалась именно в «Динамо», потому что очень престижно. Престижная, достойная, замечательная организация, в структуре которой работают замечательные люди, которые всячески пытаются оказать нам помощь, поддерживают нас. И, конечно, это очень престижно. Сегодня основных направлений деятельности БФСО «Динамо» несколько. Это специальная подготовка военнослужащих и сотрудников силовых структур, которыми занимаются центры, созданные в каждом регионе. Активное развитие служебно-прикладных и пожарно-прикладных видов спорта, в которых наши динамовцы успешно конкурируют с коллегами на европейском и мировом уровне. А еще работа с подрастающим поколением в рамках движения «Юный динамовец», для которых общество «Динамо» открывает широкие возможности для занятия физической культурой. Особая страница – спорт высших достижений. На протяжении всех этих лет, отходя от основной задачи работы с органами, так сказать, военизированной составляющей, было обращено большое внимание и спортивному обществу. А это именно начиная от занятия спортом с нашими маленькими детьми, ну и движение их по жизни, тренировки, подготовки и с основной задачей вырастить из них олимпийских чемпионов. За 95 лет своего существования главный девиз «Динамо» «Сила в единстве и движении» остается по-прежнему актуальным. И каждый, кто связал свою жизнь с «Динамо», знает, здесь держат курс только на победу.